что такое планета? Планета – это где мы живем. Планета – это такой круглый шар, где на некоторых нет планет жизни, а на нашей есть жизнь. Вокруг Солнца крутится много разных планет. Солнце, оно... Только без Солнца наша планета бы, Земля погибла. А без планеты и мы не выживем. Тогда мы просто улетим в космос без скафандров. А без скафандров нет... А в космосе нет воздуха. И мы можем погибнуть. Планета... Это такие шары, которые летают в космосе. На какой планете мы живем? Мы живем на планете Земля. У нас есть жизнь. Разные страны, разные моря, разные люди, горы. Что на ней есть кислород. На других планетах нету кислорода, потому что другие планеты под открытым космосом. Наше притяжение по сравнению с Сатурном, у Сатурна больше притяжения, и притяжение нас притягивает к Земле. На Сатурне можно, на Сатурне нельзя жить. На нашей планете есть жизнь, а на других нет. Расскажи о какой-нибудь планете. Я знаю планету Юпитер. У нее есть вот такой большой круг вокруг нее. На ней есть, а на ней ничего нету. На Марсе, как обычно говорят, что это красная планета, потому что там всегда жарко. Планета Земля – это большой шар, на котором мы живем. И только на нем живем, потому что там есть воздух и кислород. На других планетах нет, потому что там открытый космос. На нашей планете живут люди, на нашей планете есть кислород, на других планет нету.